Отойдите, Мы за нормальные отношения как с Западом, так и Востоком. Мы не хотели, чтобы интересы России были подчинены кому бы то ни было. Геннадий Андрей! Pretty long, isn't it? Вот торжественный момент сейчас. Главное, войдет или не войдет. The reason for elections is to not only to know the will of people, but also to take it into account. But I wouldn't elaborate at this particular moment. Ну я вам на Норвегии уже все ответил. А почему? Армия есть предмет одушевленный. Армия состоит из людей. А люди, каждый, имеют свое собственное мнение и убеждение. А вы за кого? Здравствуйте. Борис Николаевич, лицо. Во времена изменились. Президент. Борис диктует. Журналисты стали диктовать. Давайте вспомним, что говорили журналисты летом и осенью этого года, что федеральные власти принимают все меры для того, чтобы выборы не состоялись. Это, как вы думаете, возможно восстановление коммунистического режима в России? Если... Нет. Борис Николаевич. И еще раз нет. Процесс регулирования в Югославии, как вы оцениваете? Вот. В общем, все дело идет на поправку. Сейчас только борьба с консилиумом. Хорошо, что когда я выйду. Спасибо вам. Доброго вам. И хорошего выздоровления поскорее. Хорошо. Удачи вам.